Филипп, расскажите, пожалуйста, про коллекцию, которую вы привезли в Россию, в Москву на выставку CPM. Коллекция называется Follow the Fox. Следуем за лисичкой. Это все равно как за белым кроликом и за лисой. Коллекция представляет нашу фантазию о том, что такое русская зима, которую мы в глаза никогда не видели. Поэтому она вся из принтов. Принтованный мех, принтованные кружева, принтованные пуховые платки и шерстяные ткани. Но это все понарошку на дышащих, приятных воздушных тканях. И коллекция действительно создает скорее ощущение, фантазию о зиме, чем действительно теплую одежду для холодной погоды. Вот. И в коллекции три основные темы. Это мех, это платок пуховой и жемчуг. И жемчуг, по-моему, вообще отражает достаточно вот идею русскости, такой а-ля рус, которая нам очень симпатична. Говорят, императрица Александра Федоровна больше всего любила жемчуг и вышивала для себя целые шубы и шапки жемчугом. И мы это создали в ткани. Это очень интересно, потому что жемчуг для меня, опять же, является очень женственным материалом. И сколько бы его ни было, он все равно имеет достаточно такой романтический и нежный вид. Это очень здорово. Ну и коллекция, она замечательно сидит, что у него аж важный факт. И сидит замечательно даже в больших размерах. Ну так. Что все полюбят, я думаю. Филипп, спасибо. А почему вы полюбили Россию? Ну, все-таки я родом с Украины. И я очень много лет не был ни на России, ни в России, ни на Украине. И какое-то время назад начал приезжать по работе, и вышло так, что я был не только в Москве, я уже успел доехать и до Хабаровска даже. И просто тут очень милые люди, правда. Где-нибудь можно уже купить ваши модели? Сейчас эта текущая зимняя коллекция появится уже в июне месяце в сети московских бутиков. И я думаю, еще, исходя из результатов коллекции, она появится много где в России, исходя из результатов выставки. Так что увидим. Большое спасибо. Пожалуйста.